Караганда, ровесница пятилеток, город, рожденный в степи волею коммунистической партии и героическими усилиями советского народа. Караганда – центр мощного каменно-угольного бассейна, третья всесоюзная кочегарка. Законная гордость звучит в песнях карагандинского акына Доскея. На город мой чудесный посмотри, он полон весь сиянием зари. На улицах высокие дворцы, не знали их ни деды, ни отцы. Сады и парки, точно изумруд, жемчужной россыпью фонтаны бьют. Цвети, мой город, расцветай, страна, где жизнь шахтера радости полна. Радостен труд, радостна жизнь в молодом социалистическом городе. Здесь все проникнуто высоким уважением и заботой о горняках. Это для них возведены дворцы, сооружены благоустроенные дома вдоль широких магистралей. В послевоенное время карагандинцы ежегодно получают по 100 тысяч квадратных метров жилой площади. Новые здания отличаются монументальностью. В их архитектурной отделке широко используется казахский национальный орнамент. Молодой город стал крупным культурным центром. Здесь свыше 100 начальных и средних школ, много научно-исследовательских учреждений. 8 вузов и техникумов готовят горных инженеров. 8 вузов и техникумов готовят горных инженеров, строителей, учителей, врачей. К услугам шахтеров свыше 30 клубов и дворцов культуры. Караганда 60 лет спустя. Город по-прежнему остается угольным гигантом. Это, пожалуй, один из немногих городов Казахстана, сохранивший постройки сталинской архитектуры, монументального классицизма. Взять, к примеру, величественный дворец культуры Горняков. Он построен в 1952 году. Центральная часть здания представляет собой мощный шестиколонный портик, увенчанный скульптурами. Там красуются шахтер, строитель, пастух, колхозница, акын и воин. Дворец Горняков – центр культурной жизни горожан. Символ города – 20-тонный монумент «Шахтерская слава», установлен напротив ДК в 1974 году. В 2006 году в Караганде открыли стелу независимости. В 2014 в городе появился флагшток высотой 91 метр, символизирующий год независимости Казахстана. А это одна из крупнейших мечетей Казахстана. Ее вместимость 4000 человек. В Караганде расположился и самый большой православный храм – Свято-Веденский кафедральный собор. В основании он имеет форму Ноева ковчега. Караганда – молодой город. Город, который по одной крылатой фразе «Где-где в Караганде» знают в разных уголках мира.
Сейчас в шахтерской столице проживает почти 500 000 человек.